Что бы вы сделали, если бы у вас была машина времени, позволяющая путешествовать в будущее? Кто-то бы заглянул, узнал, что ему подарят на Рождество. Кто-то бы посмотрел, сколько будет курс доллара через пару месяцев. Или выяснил, впишет его бабушка в завещание или не впишет. Но у нас миссия шире. Мы используем машину времени для того, чтобы читать газету про город. Итак, рубрика про город, про газету из будущего. Из кухни типичного любителя газеты про город расскажем вам про самые интересные новостные заголовки. Ну что, приготовься, пли! Начнем со сладенького. Первая новость. Подростки выложили в сеть объявление о продаже учителя. Каков пробег по школьным коридорам? Сколько хозяев-директоров было у этого преподавателя? Битый, не битый? Какого года выпуска? И что грозит торговцам учителей? Узнаете в свежем номере. Эксперимент в свежем выпуске про города. Дали ли кировчане беременной даме сигаретку? Место он в автобусе ей уступил, а сигаретку жалко. Отец, но для подрастающего поколения табачку не найдется. Чем закончился эксперимент с типичной для города ситуацией, узнаете в свежем номере. Ну и, на мой взгляд, самая интересная статья во всем выпуске. Кировчане в клубах танцуют под «Ладу Седан» и «Экспонат». Интереснейшее интервью с мастодонтами музыкальной индустрии нашего города, с легендами диджеинга Юрием Орлом и Александром Долгушевым. Это была рубрика про город. Листайте, читайте про анекдоты на последней страничке, не забывайте.